августа. А он мне уже где-то 29-го показывает песню «Сосновоборске». Я он пропел первый куплет, говорит, Валера Ваганов это написал. Местный, говорит, поэт написал песню. Она прямо сразу легла, как-то немножечко попроще мелодия. И я все запела ее. Я помню, завод автоприцепов Анатолий Иванович Десятов, везде, где шли большие форумы, где все, у нас за Зарецким, поехали в Красноярск. Там открываем, там эта песня о Сосновоборске, да, очень много. Сколько мы ее спели раз, я даже не помню. Неутомимой души вам, молодости, энергии. Улыбайтесь почаще и берегите себя. Дарья Яковлевич, я даже не знала, что выросла рядом с легендой. Спасибо вам огромное за мой Сосновоборский вальс. Спасибо вам всем. Благодаря коллективу мечты, и Наталья Юрьевна, тебе эта встреча состоялась. Спасибо за то, что коллеги у вас такие, рождаются замечательные идеи. Спасибо вам за наш Сосновоборский вальс. Спасибо за фотолетопись. Это замечательное событие. 45 лет любимой песни. 45-летие песни! Великолепное мероприятие, мне понравилось. Тронуло душу. Память вернулась. Те годы, когда мы были молодыми, и невольно пробилась виза, да. Это город наш, мой лично, здесь я с 74-го года, с первого колышка почти. Он на моих глазах рос, и я с ним вместе. Сосновоборский вальс был написан именно с душой, быстро, откровенно, ярко, и получилось. Песня, которая и сейчас 45 лет исполнилась. Это даже фантастично, даже и не ожидал загадывать. Моя песня вдруг станет визитной карточкой моего же любимого города. Значит, мы еще нужны и будем продолжать творить. Ну, это было давно, 45 лет назад. Валерий Ваганов мне предложил стихию. Посмотри, говорит, вдруг да что получится. И с припева началось. Недаром называется. А потом, и как прицепы шли, и как широкие наши улицы строились. Ложишься спать, дома нет. Просыпаешься, три этажа уже стоит. И так было радостно на душе, что все строилось. Я рад, что ее поют, ее, оно заполнилось, запелось. Хотя мы с Галиной Павловной говорили, что а вдруг, ну, запоют, запоют. Ну, получилось так, что запили. Ну, и сегодняшний такой праздник, что я даже не знаю, слов нет, благодарности всем организаторам.